Я рад приветствовать любителей уморительного юмора на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем веселиться в игре под названием «Южный парк. Расколотый пуканчик». Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы уже соскучились по сериям, а я соскучился по этой игрулинке. Давайте продолжим. Так, нам надо с вами, я так понимаю... Ух ты, противный хаос. Так, ну что, побежали. Я пока сейчас просто немножечко посмотрел, что у нас там с вами в инвентаре творится. Сейчас, походу, будет крутой замес. Посмотрим, какие предметы мы с вами понаходили. И посмотрел, что вообще мы могли там с вами накрафтить. Но вообще здесь много-много-много всего. Самое главное, что меня пока, по крайней мере, заинтересовало, это вот знаете что? Я раньше что-то не обращал внимания, а теперь обратил. На вот эти предметы. На бутылочке наркомана. Тут написано, что Джеральд найдет для этого должное применение. Кто такой Джеральд? Я что-то уже как бы запамятовал, кто такой Джеральд. Но я думаю, мы его, наверное, в скором времени найдем. Потому что все бутылочки наркомана ему нужны. Он что-то объяснит насчет этого. Может быть, пока мы еще просто его не встречали? Я не знаю. Так, нам нужно ввести код, да? А код у нас что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Типа это такой код? Реально? Хаос. Сложный мега-пароль. Ну погнали. Я боюсь сюда заходить. Там же Баттерс. Так. Чтобы включить режим осмотра и с помощью... выберите... Ага. Что-то надо, походу, где-то подзорвать, да? Так, я не... Так, вначале нам надо... Я понял. Вначале нам надо, походу, предметы, имеющие... Ну, это я понял. Их можно отматывать. Еще их можно передвинуть. Вот что. Тут надо... Я понял. Нам надо... Так, неподходящий товарищ. У нас теперь есть этот товарищ. Вот он, наверное, нам поможет, да? Есть соответствие. Давай. Я сразу не заметил. Извините, сразу не заметил. Мне же дурно, когда он так делает. Напукаем полную трубу. Вам же хана, ребята, вы что, не глупые, что ли? Пэч! Что такое? На вас не действует, что ли? Пуки-пуки-пуки. Пуки-спуки. Так, отлично, вроде хорошая команда, давайте. У них турели, да, получается? Которые, типа, стреляют, наверное, этими баскетбольными шариками, да, или что-то в этом духе. Баскетбольными, бейсбольными. Или теннисными шарами. Я понял, друг, сейчас мы все сделаем. Не переживай мне тут. Ну-ка, давай вперед. Оп, магия подчинения. Так, тихо. Магия подчинения времени. Уйти, пыл. Пыщ в ухо. Ну, что-то он как-то не особо сильно подчинялся, да? Ты плохо подчинялся, тварь. На, плохая девчонка. Собака такая, ты что там думал? Обидеть наших друзей? А что сюда ушел? Я должен был там остаться. Ты в курсе, да, что мы из этого можем проиграть? Прогони его, конечно, туда. Глупец. Класс. Давай еще раз. Кто там готов на жертвы? Так, теперь я хожу, да? Ага, у меня есть же суператака. Вот тут, по-моему, X, да? Она X-овая. Во-во-во.
Минус один. Вау! Не-не-не-не-не, давай-ка без собак. Кто маленький засранец? Как ты смел вообще, сметь. Так, я готов. Так, что будем делать? Давайте собаку, наверное, остановим. Потому что собаки, сами понимаете, такие собаки. Как куснул за попу. Это будет больно. На, собака. Прилично сейчас бьем, очень хорошо бьем. О, мексикан нас пришел. Нет. Мексиканас. Так вот, сбуритос. Так. Можно, в принципе, сюда долбануть. Музычка, конечно, отличная. Очень напряженный момент. Давайте, наверное, тогда аппарат сломаем. Ах, не получилось. Yeah, на ухо. Так, тут, наверное, мне не хватит, да? Давайте тогда пуканем. Я не думаю, что пукиш мой повлияет на машину, она блевать-то не будет. Но на того-то точно повлияет. Братан, держись, нет. А когда? А, ну да, в него же кинули. Я же забыл совсем. Мне уже бросанули там ни о чем вообще предмета. Так, давайте попробуем тогда, может быть, еще раз иксовую атаку. В кого мы попадем? Только в одного. Но мы, в принципе, тут-то во многих не сможем попасть. Так. Отлично. Отличный хил. Тоже хорошо хилит. Прям вообще замечательно, я бы даже сказал. Ах ты. Эй. Тихо, парень. Ты еще разошелся. Ты не видишь, пацан? На костылях, ты что к нему пристал? Че под... Мексиканцы, мне нравятся, как они тут... он двойной! Так, тихо. Сейчас я буду ходить. Воу! Эй, ты че разогнал? Офигеть! Стопани! Ты че? Ась! Так, меня стрельнуло, да? Фейспейс! Так, мне надо что-то сделать. Давайте-ка сделаем, может быть, ему удар по кокам. Я не уверен насчет остальных, но вот его-то, наверное, надо мочить. А может быть, лучше тогда... Нет, давайте, наверное, вначале мелочь все это поубиваем. Муха! Я буду ходить. Так. Их жалко, что я не подхиливаюсь от этого. Подхиливаться мне. Ох, ожог. Больно. Где я? Я буду ходить. Так, я буду ходить. Нет, наконец-то. Когда я-то уже буду ходить-то, наконец-то? Моим персонажем же сам. Я хочу же им ходить уже. Не могу терпеть, нету сил мочи. Давайте бить. Брынк! Минус собака. Теперь я. Да какого бабуина я-то когда? Офигеть, сейчас все сходят, короче. Потом только я. Как так-то? Как я круг пропустил? Офигеть. Мне еще собака почти убила. Вот офигеть. Ну вы офигеть, ребята. Вы чё? Офигеть, что ли? Словите-ка вот этого замороженного. Мои руки, я в краске смазался. Гнев мозга. Не, ну эпично смотрится с мозгом, конечно, шикарно. Грязными руками, на! Извозюкайтесь, чумазые. Так, у меня Джимми убили. Так, у меня есть теперь... Приюкелло. Собака, ты вот так вот. Приляг, отдохни. Опа, вот так вот. Блядь, guys.
Он, надеюсь, не матерился, да? Это не матершинное слово Blood. Ну, это, имею в виду, кровь. А вы про что подумали? Не. Кось. Смотри, мы почти его убили. О, нет, не говори, друг. Ты должен жить. Ты должен жить. Ты должен жить. Так. Мы все должны жить. А это значит... Хью-хью. Шикарно. Но там один из них точно отъедет. Но не этот. Вот тот снизу. Он должен помереть. Соски зарядили, небось. Так. Сыночек. Так, отведем. Могу? Нет, не могу. Не могу. А вот так могу. Заморозим его вновь. Какая огромная губа получилась, льда. Ай! Каремба! Рико! Так, того вот козлячего мы... Ну давайте этого, наверное, козлячего убьем. Почему бы и нет? Что-то осталось-то. Кусь-кусь два раза и все. Бедных мексиканцев избили. Time to DIY some justice. Мне нравится его выражение. Так, мне надо ударить, причем очень больно. Очень больно, да. Отверточки. GG, guys. GG easy. Ну, почти easy. Одного потеряли, правда. Phew, let's get out of here. Давайте. Я думаю, что это еще не конец. Это далеко не конец. На ней какой-нибудь там Баттерс присел и приготовил нам западла. Целую кучу. Так, что тут есть? Давайте посмотрим. Осмотрим своим умным хитрым глазом. Так, тут, значит, лава. А, это его трон, ты посмотри, это его трон. Щебр-лава. Заберем. Это что такое? Это ничего. Хаос. Хорошее место он здесь себе прикупил, вы посмотрите, да? Все в фольге. Да. Изрисовал весь пол. Гараж-то тоже, наверное, не дешево стоит выкупить. Мигалку прицепил. Так, ну давайте подпукнем, как говорится, здесь. А это что? А, это просто, да? Я понял. Но, вот так вот. Есть соответствие. Головолаву не трогать. Слышишь, так можно привыкнуть, что тебе что-то в задницу засовывают. Это как старый анекдот про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Когда Ватсон решил отключить Шерлока Холмса, бросить курить, он засовывал себе... Ну, только думает, ну что, как-то надо же отучить от трубки, да. Засовывался в задницу трубку и ложил ее на место, где любил держать ее Шерлок Холмс. А Шерлок Холмс, получается, курит. Ну, чтобы это был неприятный привкус у него. Так вот, через несколько месяцев Шерлок Холмс так и не бросил курить. А Ватсон уже не мог обойтись без трубки. Так, что, и поговорить? Что скажешь? Фига, сколько тут народу! Я просто задумываюсь за глобальность этого идиотизма. Ha ha ha!
шикарно, это эти мексиканцы, которые вместо рук. Это вообще просто зачет. А, что только не сделают люди за деньги. А, фу. Кошмар какой. Ладно, давайте драться. Meet your mecha supreme dude. No rebirths, that's awesome. Thanks. Да, Баттер, действительно, это очень круто. Офигеть, он заморочился. Так, внимание, огромный босс. 600 плюс хп. Так, он стреляет вокруг себя, да? А, нифига он не вокруг себя. Иди в пень. Так, мы переходим, да? У него таймера нет. Мы просто ходим. Ага, но слишком большой, мы не можем его двигать, я понял. Так, вот этот холмик нам мешает, я могу его разрушить? А, нет, к сожалению. И музыка соответствующая. Я не могу с этого... Куда там что засунули этим мексиканцам, чтобы их можно было нормально вертеть? Это ж надо было такое придумать. Ладно. Так, ладно, там нам будет потом уходить, он будет вокруг себя лавой стрелять. Ну это ж Баттерс, да, как бы? Я не думаю, что он что-то гениальное действительно придумал. Это ж Баттерс. Так, не так уж и много, смотри-ка, у него хп осталось. Так, а я не достреливаю, да? Ох, черт возьми. А там кто-то из наших товарищей же, да, стоит? Или нет, я могу сюда прыгнуть? А я не могу на пустое место, да, использовать? А, ну давайте тогда хотя бы такую атаку долбанем. Замешательство! Иммунитет! Так, в кого стреляет? Уходим, ребятки, уходим. Нет! Нет! А он теперь в эту сторону поехал. Так, блин, это страшно, смотрите-ка. Ведь так просто-то от этой сволочи ведь не избавишься. Тут еще все в лаве. Блин, это же опасно. Это же опасно. Так, ну там хилить-то мне некого. А вот, ну то есть здесь там хп-то нормальное. Вот тут бы дотянуться, но я вроде как не могу. Давайте просто пропустим тогда, а что делать? Так, Тимми у нас пропускает. Кто в следующий ходит? Ой-не-не, не ходи на лаву, ты чё? Я наступил случайно на лаву. Нет. Да куда ж ты опять по лаве-то ходишь? Да не ходи по лаве! Так. Иксом может долбанем, да так и долбанем. Брр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 рr У него что-то отвалится. Да ё-моё, я тут не могу. Офигеть, какой здоровенный. Только как-то мимо. Но у него, наверное, иммунитет, да, ко всей этой фиговине. Бам-бам-бам-бам! Нет, больно! Ой, ну ты лавой... Лавой пуляет свои поганые, это же вообще капец. Ладно, у нас есть два хила, очень мощных, я надеюсь, мы доживем. Так, во-первых, давайте пользовать первый хил. You wanna heal? I gotta heal. Uh-huh.
Отлично, спасибо тебе огромное. Мощнейшая способность! Так, я боюсь даже ее использовать. Ну нет, не, нормально все. Так, а чуть-чуть снесли хп, чуть-чуть. Так, ожог. Ладно, переживем. Что сейчас случится? Сейчас это должно... Пермиярми, чеки! Воу! Это какая-то человеческая многоножка, что за жесть? Так, тихо-тихо, у них там очень много народу. Давайте посмотрим, вообще глядим, где там, что там слева. Ой, тут вообще дофига. Надо будет использовать суперспособность своему мега-умному пареньку. Но, блин, там, получается, потом будет ходить этот, потом будет ходить хаос. Я могу просто по щам получить. У меня вроде полная хп, так что, ладно, потерпим, наверное. Еще 6 соток, да, у него? Так, давайте, чем долбанем? Мне надо хилить. Надо ребяточек похилить. Ну, тут вроде как бы хилить-то особо. Вот тут бы встать. Ладно, давайте тогда просто атакой долбанем. Сфокусируемся на нем. А, не хилить его идут. Акурасьон! Нет! Моя суператака! Хилов надо вырубать, иначе мы его не убьем. Они вот так атака подкормят, и все капец. О, сила ветра. Сила грязи и всего другого. Убей их всех. You're taking care of business, but Lord. Так, надо уводить ребят из зоны. Fast pass, springs into action. Так. Мы ломанули его, что ли? Да, одного ломанули. Ага. Мурмурфирио, да ну, ты чё брось? Не поверю. Опа, еще один упал. Так, мьют систем, давай, короче, мочить. Так, надо сюда, наверное, проходить. Давай-ка подвинемся. Долбану его, да. Вот так, а с подлета! Так, надо уводить Стэна. Самое главное, Стэн, друг мой. Друг мой Стэн. Ты как? You don't wanna mess with my tool shed. О, да. Here, man. Отлично. А потом Джимми его подхилит. Если он, конечно, доживет. У Стэна очень мало здоровья. I need hit, Orita. Извини, друг. Но, походу, ты отъехал. Мы всех увели, отлично. Еще, следующий, где будет зона? Показывай. А он чисто по нам стреляет, я понял. Мы сейчас в центр все уйдем. Что ты думал, сынок? Что ты сможешь справиться с нами? Не смеши меня, глупец. Больно! Ready to pummel enemies at max speed. Так, а я тогда туда уйду. Наверное, нет, наверное, тогда не будем так делать. А как же нам тогда Стэна подхилить? Он стоит просто на опасной зоне. Вот он бы... Вначале я бы сходил, потом Стэн. Тогда бы нормально было. Ну, то есть, вначале Стэн, потом Джимми, да? Тогда нормально бы было. А так сейчас даже не знаю. Ну, давайте попробуем кого-нибудь другого подхилить. Давайте подхилим нашего главного героя. Там все нормально. Отлично.
Ой-ой-ой, держись, держись, друг. Spread the itch. Так. Надо было в другое место чуть отводить. Чё-то сразу да не додумался, ладно. В другое надо было место уводить. Потому что я сейчас отсюда, я вряд ли достану до всех. Я тут вообще смотрю, ни до кого не достаю. О-о-о. Так, посмотрим, что он сейчас сделает. Просто она будет стрелять, да? Сейчас во всех нас. Ага, вот тут прям плотненько. Воу! Не бей пощечины! Ну чё ты, это нечестно? Я Доктор Хаус. Так. Так. Пинч! На собаках. Реально. Так, сейчас будет по-любому жестко. Смотри, у него все отвалилось, да? У него все полностью отвалилось. Так, отойдем сюда и давайте-ка мы... Наверное... Да, нет, подожди. Давай, может быть, отсюда, наверное. Да, лучше давайте отсюда. Подхилим Стэна. Очень хороший хил. Божественный. У-у-у. И Стэн вообще здоров. Пожалуйста, всегда. Так, а теперь. Давайте, ребятки, всех вас. Отлично. Мощнейшая способность. Оп, 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 и не мечтай. Глупец Баттерс. Малыш Баттерс. Не мечтай, Баттерс. Я могу тебя бить, тварь? Нет. Баттерс, нет, нет, Баттерс. Ну нет, Баттерс, нет. Ладно. Все равно хорошо, что мы так поступили. Так, у нас есть суперспособность. Но на него она не подействует. Надо какую-то способность, которая нанесет, ну, очень много урона. Моя не нанесет урон. Моя в основном контролит. Так что мы с вами будем просто бить обычной атакой. Подморозим собачек. Так, сколько твоя способность нанесет ему? Вот это хорошо, вот это прям вообще. Вот интересно, сколько она силовая. Ну давайте, давайте. Побежал, давно не видели, кстати, ульту, да, его? Понеслись. Жух, 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 жух. Ты не ожидал, Хаус? Довольно-таки много урона. Очень мало здоровья у него, да? Попаду? Нет? А, нет! Закон подлости, нет! Как так? Мы не достаем. Мы просто не достаем. Ну ладно, давайте тут постоим тогда. А что делать? Он сразу уешь, да? Собаки крутятся и писают. Это вообще какой-то трешак. Вы видели эту атаку? Крутящихся писающих собак. Ах, парень, ты че вытворяешь-то? Давай, удачи. Ну все, мы его избили. Победа! Не, ну это было мега эпик. Это не было слишком уж сложно, но это было очень эпично. Главный кулак Хаоса. Посмотрите, 101. Это же вообще ключ от гаража Баттерса. И денег ключа. Отлично. Блин, ну это было круто. Как они появились, это было вообще неожиданно. Alright, come on. Let's take him to the holding cell. The holding cell? Oh,
Jesus, it's kind of late, fellas. I should get home or I'm gonna be grounded. You should have thought of that before you tried to lava the town, Chaos. Hey, dude. It was great working with you again, man. It was like old times. Yeah, well, I told you. This was a one-shot deal. I only helped out because I owed the new kid a favor. Come on, Shed. Come back to the team. Can't do that, Kite. Freedom Pals is gonna make way more money with their franchise. You're wrong. We're gonna make like $1 billion. We're gonna make like $1 zillion. Куда он там прицепился? Там было, мы на крыше находимся. За небо. Why would someone pay Butters to cause more chaos? Who could it be? Maybe it's that Tommy Nelson kid. He's always been kind of a dick. Oh, have a seat, Thunderpants. So do you like lived out here now? Так, сейчас подожди. Что-то нам там кучу всего понадавали. А это я крафтил. Вот это вообще, смотрите, как сидит. Без волос вообще смотрится странно. Так, давайте посмотрим. Что-то там нам, походу... А, во-во-во, вот это. Короче, это Хаоса, что ли? А это такая бандитская, типа тюрячка. Тюрячка, костюм Хаоса. Ладно, за остальное. Очки какие-то. А, маска. Вот, кстати, вот это, походу, маска Хаоса тоже, да? Так, маска исполз... Ну, как бы можно, в принципе, пиздец. Как бандит. Грабитель. Нас все будут вспоминать как бандита. Так, ладно, мне больше интересно, например, артефактус. За 101 единицу. Это же просто мега-супер чудесненько. Давайте посмотрим, где он там за сотку. Или это надо скрафтить. Был на 10, а станет на сотку. Вы прикиньте. Я непобедим. И ключи от гаража. А мы разве там не могли были посмотреть гараж этот? Мы сразу свалили. Is that it, Chaos? Were you paid by an adult? I'm telling you, I don't know his name, fellas. Nobody does. He's just trying to unite all the crime families in town. He's everywhere. He's nameless. Faceless. He can change his appearance like the wind changes direction. Wait, what did you say? He says there's a revolution coming, and the darkness of our own hearts will bring about our undoing. Oh my god. He is that which liberates, and he knows the true weakness of tolerance, and his coming will bring about a tide of chaos like nothing we've never seen, you betcha. Oh my god. Could it be? No, it's impossible. What's impossible? There's only one person I know of who can disguise himself so easily. And it's the same person who might have a motive for tearing South Park apart. Who? Mitch Connor. Just the Mitch Connor? Oh, no. Who's Mitch Connor? It's Cartman's dumbass hand puppet. You know damn well that Connor was just using my hand to suit his needs. At first, he disguised himself as Jennifer Lopez, who loves tacos and burritos. When he covered was alone, he was arrested by the police, but escaped. But why would he want to take down South Park? And where would he get all his money? Shut up! It's not Mitch, stupid fucking Connor! How do you know? No, Kyle is right, you guys. It couldn't be Mitch Connor. Connor died in an oil rig explosion in northern Alaska. Fuck this. I'm going to bed. Yes, good idea, humankind. Everyone get back to your homes. It's getting late. Let's all reconvene tomorrow. After... ski... And now, the news program that starts your day off right. Good morning, South Park! The South Park vigilante struck again last night, this time at a meth lab in the downtown New Stort facility. Here with more is a midget in a fedora. Tom, 6 people were arrested last night after the vigilante exposed a huge meth lab in the storage facility behind me. Eyewitnesses have come forward with shocking reports that the vigilante's farts were so awful they seemed to actually rip the fabric of time. You ain't never heard a fart like this, man. It was like, one minute he farted on my dick, and the next thing, my dick was like 20 seconds in the past. Finally, someone is standing up to all the crime in this city. If you ask me, these people here all deserve to be farted on. He's a menace, if you ask me. How long before this vigilante gets radical and blows up a school or a church, huh? How long before Captain America becomes Captain Ideology? Huh? The third Captain America movie? How long was that? About 6 years? About 6 years!
Dozens of protesters gathered outside the police station today as a warrant was issued for the vigilante's arrest. This city will not be victimized by mass crusaders who sneak around and fart on people at night. We urge all citizens to arm themselves and fight against this kind of rectal oppression. Тональная оккупация. Это был хитрый ход, я уверен. Yeah, it's me. Nobody knows anything about this kid. Not what race he is, not even if it's a boy or a girl. What do we do, sir? Just keep getting the product into people's drugs and alcohol. I'll handle the vigilante. This deal's getting out of control. You said you could get the mayor out of office. You wanted to be left alone, Commissioner. To do what you love doing. I've made that happen. Just stay calm and soon everyone will have exactly what they want. Kid, right? My name's Wendy. Nice to have you at our school. That little problem Call Girl told you about? It's a lot worse. The Chamber of Commerce wants to get rid of the vigilante no matter what it takes. You know the bathrooms in the park? Call Girl wants you to meet her there. Right now. Yeah, anyway, nice to have you in town, new kid. Вы просто вдумайтесь в этот абсурдный идиотизм, который тут происходит. Взрослые люди понимают, такие, а, они у них реально там бандит. А на самом деле это же Картман, тварь, сидит с этой рукой. Которая до этого у него была Дженнифер Лопес. Я не знаю, откуда взялся этот персонаж, которого он придумал сейчас рукой. Наверное, какой-то тоже одной из серий. Это же была Дженнифер Лопес, которая пила про така-така-така, борито-борито. Блин, какого черта? Они играют с трилликота, который стоит сотку, которого они пытаются найти. Вообще полное с абсурда. Такое безумие. Блин, ну это так круто, это просто неожиданные повороты, обалденно крутые неожиданные повороты. Ух, ребята, я надеюсь, вам понравилось, понравилась вспышка безумия. Если это так, то, конечно же, не забудьте поставить лайк, прокомментировать видео, поделиться с друзьями, а я засмеялся просто до слез, мне слезы текут. Это очень круто, надеюсь, следующая серия будет еще круче. С вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!